Завершает первый конкурс нашей сегодняшней игры. Все в том же свободном стиле. Команда КВН «Астана КЗ». Перед поездкой в Москву нашей команде очень долго пришлось уговаривать Турсунбека. Господина Турсунбека. Да что ж ты Турсунбек, надо ехать, понимаешь? Куда? Как куда, Турсунбек? Москва, КВН, 1/8, Турсунбек. Мы в сезоне? Конечно, в сезоне. А с кем играем? Как с кем играем? Томск, Тюмень, ГУ. ГУ? Хорошая команда. Ну вот. А Томск откуда? Я не знаю, но ты ему хотя бы скажи. Поговори, Секунду, друзья. Давай я попробую, давай. Турсунбек, айна лайын. Барайхша. Да не надо мне угрожать. Я не знаю. Кто тебе угрожает, Турсунбек? Ты понимаешь, что для тебя честь играть в этой команде? Отстаивать честь нашей республики. На тебя вся страна смотрит. Тебе особое приглашение? Ну, а тогда хорошо. Ну все, я понял, Я не хочу. Да как ты смысл не хочешь? Турсунбек, понимаешь, надо. Ой. Ну надо так, надо. Все, поехали. Дорогие друзья, а у нас Короче, случай у врача. Здравствуйте, доктор. Вы знаете, у меня вот ситуация вот здесь. То ли сыпь какая-то, то ли... Стой там. Что там? Я, серьезно, что я там не знаю, стой, не подходи, там стой. Здесь. Сейчас, не подходи, читать умеешь? Да, умею, конечно. Серьезно умеешь? Да. Точно что умеешь? Что нужно прочитать? Иди, Дим, говорю. Вот, на, два раза в день пей. Ну, а если не поможет, скажите, если не поможет, вообще не приходи. Кто тебя сюда пустил вообще? Друзья, вы заметили? Мы до сих пор продолжаем. Итак, встреча на высшем уровне. Нурсултан Назарбаев и Джордж Буш. Good evening, мистер Назарбаев. I say... Опять ты! Я тебе сказал вообще не приходить! Что ты вообще? Дамы и господа, рубрика «Удивительное рядом». Таджикские авиалинии. Добрый вечер, уважаемые пассажиры. Меня зовут Фатима. По паспорту Зухра. Бабушка всегда мне говорит, это не важно. Запишите мой сотовый телефон. 8-300-550. Девушка, зачем нам ваш сотовый телефон? Как зачем? Я там буду за шторами. Если что-то надо будет, позвоните. И что ты там делаешь? Ничего не нажимай, у нас ничего не работает. Девушка, я воды хотел. Можно, пожалуйста? Воды хотим. Если воды надо, просто скажи баха. Баха. Но не так же. Баха! Баха! Вот баха, вот вода. Спасибо, баха. Извините, опоздал. Вот мой билет. Так, билет. Место указывает стюардесса. Хорошо, так. Так, подвинься. Да как подвинься мое место? Я на него билет купил. У тебя же 25А, у него 25-6. Садись, давай. Пусть спасибо. Садись. Девушка, как спать? У вас кресло не раздвигается вообще. Не раздвигается, зато двигается. Вот видишь? Садись, извини, ложись. Во! Давайте. Комфортно. Извините, а я как? А я как? Ты просто вот так вот. Вот. А я тогда как? Ты просто вот так вот. А мне как? А ты глаза закрой, сам уснешь, не переживай просто. Ну что, уважаемые пассажиры, что делаешь? Я постель раскладываю, спать собираюсь. Это же тебе не поезд-то. Это же самолет-то. А это парашют, да. Если с вами что-то случится, но верьте мне, с вами что-то случится. Вот тогда прыгнешь, живым останешь и потом мне верни. И постирай порошком. А не как в тот раз эти хозяйственным мылом. Ну что, уважаемые пассажиры, ремень застегни. Ремень застегни. Ширинку застегни. Ремень застегни. Девушка, а мне ремень? Да ты не переживай, тебе Бог спасет. Садись. Ну что, уважаемые пассажиры,
счастливо идти. Что? Идти отсюда, что сидим, давайте, идти отсюда! Друзья, из области очевидного невероятного. Новый проект на Первом канале. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Советы посторонних». И у нас в гостях бывший советник президента Казахстана по стратегическим вопросам Кайрулла Досмухаметович Сергеев. Я так понимаю, у вас, наверное, отец русским был? Нет, этот паспортист пьяный был. Ясно. В нашей программе мы задаем вопросы известным людям, как нам обустроить Россию. И сегодня... я не буду ничего строить, пусть таджики строят, пошел. Все, стоп! Садитесь. Ничего строить не нужно, лишь несколько вопросов, нам интересно ваше мнение. На самом деле, вот у нас первый вопрос к вам, господин Сергеев. У нас очень дорогая недвижимость. Как нам с этим быть? Может быть, есть какие-то... Вот этот вопрос тоже мне задавал президент Казахстана. Вот знаешь, мне подошел мне и вот так обнял, мне так приятно было, вот так обнял. Мне говорит, господин Сергеев, вот так говорит, господин Сергеев, что нам делать? У нас очень дорогая недвижимость. А я говорю, Нурик, вот так сказал. И хрен с ним. Я напоминаю, друзья, у нас в гостях бывший советник президента Казахстана по стратегическим вопросам. Кайрулла. Mm-hmm. Скажите, вот вас не пугает урбанизация? Вот тебе так, давай тебе так скажу. Вот знаешь, неизвестно всегда пугай. Ясно. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит ровно в 4 часа утра по средам. Сейчас выключите, пожалуйста, камеру, я прошу вас. Ага, спасибо. У меня просто вопрос сугубо личного характера. Ага. Знаете, Кайрулла, вот... У меня вот здесь какая-то то ли сыпь, то ли... Опять ты! Я тебе сказал, что тебе приходить нельзя! Друзья, и в завершении, конечно... подожди, как будет правильно? Конечно или конечно? Конечно! Точно? Точно! Так вот, конечно, хотелось бы сказать, многие великие люди — это казахи. Ну, да. Нурсултан Назарбаев, Тимур Бекмамбетов, да, Батырхан Шукенов, Брэд Питт — казах. Почему казах? Потому что красавчик. Красавчик. Да, вот Сергей Зверев. Казах? Казашка. Можно казашка, да. Вот, и многие полезные, нужные вещи придумали казахи. Вот, ребята, достаньте мобильные телефоны все, пожалуйста. Вот поднимите все мобильные телефоны. Вопрос, да, конечно. Панты придумали казахи. Подожди. Да ладно, шучу. Давайте по $100 поднимем все. Поднимите по $100. Вот. Скромность тоже придумали казахи. Но самое главное, казахи придумали очень нужную и полезную вещь. Аплодисменты!